День медицинского работника – праздник, который давно перешагнул границы профессионального. Весь мир делится на врачей и пациентов, а значит, каждый имеет отношение к этому торжеству. Вот и наша съемочная группа обрадовалась, получив приглашение на первый в истории Чувашии «Белый бал». Театр уж полон, и ни одного белого халата. Узнать из кулапов в смокингах и вечерних платьях было непросто. Да они и сами чувствовали себя без привычной одежды немного растерянно. Вы знаете, немножко непривычно, особенно такое мероприятие в такой великолепный день. Наверное, белый халат – это выражение нашей души. Но, тем не менее, наверное, и к этим вещам надо привыкать тоже. Впрочем, отнюдь не белый халат делает медика медиком. Милосердие, сострадание, готовность немедленно бежать на помощь – такие же неотъемлемые атрибуты этой благородной профессии. Со стороны правительства мы никогда не забудем отрасль, так как эта отрасль важнейшая в экономике, в жизни страны. Ей уделяется огромное внимание правительством Российской Федерации. Многое делается у нас в республике. Но самое главное – человек. Без тех работников, кто работает в отрасли, невозможны никакие достижения. На сцену один за другим поднимаются врачи и медсестры. В день медика, как всегда, много наград самого различного уровня. Кто-то спасает людей, стоя у операционного стола, кто-то сутками дежурит у кровати больного в реанимации, кто-то помогает малышам появляться на свет. Им есть что вспомнить, а нам за что поблагодарить. Немало теплых слов в адрес медиков Чувашии находится и у коллег. У вас потрясающие люди, тепло, теплые, красивые, сердечные, очень профессиональные. В подарок медикам Чувашии Лейла Адамян привезла премьеру уникального шоу в 3D-декорациях «Танец любви». Среди артистов сплошь победители российских и международных конкурсов. Потом смело можно назвать вторым отделением шоу. Памятуя о том, что движение – жизнь, а красота – сила, Минздрав запустил новый проект «Танец с врачом». Прежде чем рекомендовать лечение пациентам, терапевтический эффект проверили на себе. Дамы и господа, вы можете присоединяться. Еще одну традицию заложили в этот праздник, отпустив в небо свою белую мечту. Пусть у нас будет столько здоровья, сколько пожелали в эту минуту медики Чувашии. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Александр Петров, Республика.